Здравствуйте! Предстоящая седмица довольно насыщена церковными и историческими событиями, которые воспоминаются в эти дни. Об одном из них и пойдет речь в нашей сегодняшней передаче. 8 сентября 1859 года, после долгого противоборства, русские войска заблокировали вождя горцев Шамиля в горном ауле Гунип и вынудили его сдаться на милость победителей. Об этой победе князь Борятинский объявил в кратком приказе: «Гунип взят, Шамиль в плену. Поздравляю Кавказскую армию». Незамедлительно была послана государю депеша: «От Каспийского моря до военно-грузинской дороги Кавказ покорен державе вашей. 48 пушек, все крепости и укрепления неприятельские в руках ваших». Как известно, причиной Кавказской войны было стремление России ликвидировать очаг разбоя и англо-турецких интриг против христиан Кавказа, грузин, осетин, армян, незадолго до этого принявших российское подданство. Иностранные антирусские силы пользовались горцами как инструментом в своей борьбе против России. В этих целях на Кавказе турецкие эмиссары усиленно внедряли ислам, который отнюдь не являлся исконной религией кавказцев. Легендарный Шамиль, более 20 лет воевавший с могущественной Россией, был одарен большим умом и старался управлять народом своим не только с беспощадной жестокостью, которую считал необходимой, но и стремился быть для него примером добродетели, нравственности и честности. Одаренный блестящими природными дарованиями и глубоким религиозным чувством, Шамиль еще в детстве увлекся проповедью односельчанина Казы Мулы, первого имама и проповедника священной войны, Газавата. Шамиль становится его учеником, а потом ярым сторонником. Осажденный вместе с имамом Газы Мухаммедом в 1832 году войсками под начальством барона Розина, в башне близ родного селения Гемры Шамиль успел, хотя и страшно израненный, пробиться сквозь ряды осаждающих. Став третьим имамом Чечни и Дагестана, Шамиль 20 лет властвует над горцами, успешно борясь против количественно превосходящих его российских войск. Отличаясь твердой непреклонной волей, он сумел не только воодушевить горцев к религиозной борьбе, но и подчинить их своей власти, которую он распространил на внутренние дела общин. Последнее для горцев и особенно чеченцев было тяжело и непривычно. Главным же идеологическим инструментом установления абсолютной власти имама над народами Кавказа оказался мирюдизм, одно из направлений в суфизме. Проповедь мирюдизма проникает на Кавказ довольно поздно, лишь в 30-е и 40-е годы 19 века, где претерпевает значительную трансформацию и становится знаменем в борьбе с российской властью. Мирюдизм дословно означает «послушничество». В российской исторической литературе этот термин ассоциируется с мирюдским движением. Хотя на самом деле мирюдизм есть не что иное, как суфийский тарикат, то есть учение о духовном совершенствовании. Суфизм – это мистическое направление в исламе. Само название, по всей видимости, происходит от арабского «суф» – «шерсть». Ввиду того, что власеница, грубое шерстяное одеяние, было обычным атрибутом отшельника-анахарета. Возможно, что еще задолго до появления ислама суфиями на Ближнем Востоке называли христианских монахов и аскетов-мистиков. Основоположниками суфизма в исламе, по всей видимости, стали арабские юноши, неудовлетворенные сухостью шариата. В поиске всецелого служения Всевышнему они поступали в христианские монастыри, где учились православные аскетики и мистики, а затем становились дервишами. Учение суфизма преимущественно связано с идеей любви к Богу, которой воспламеняется душа подвижника по мере покаяния, то есть очищения от греховных страстей. Таким образом, суфизм изначально возникает как путь к духовному совершенству, дословно тарикат, в отличие от шариата, то есть внешнего проявления благочестия. Чуждый религиозного фанатизма, суфизм на протяжении многих столетий ортодоксальным исламом воспринимался как ересь. Иногда конфликт настолько обострялся, что приводил к казни некоторых из суфьев. И только в XI веке известный философ и богослов Аль-Гази смог отчасти примирить суфизм с традиционным исламом. В эпоху позднего Средневековья учение суфьев о духовном джихаде, то есть о борьбе со грехом, приобретает окраску газавата, то есть борьбы с неверными. Пользуясь и эксплуатируя беспрекословное повиновение своих послушников, то есть мюридов,
Суфийские шейхи часто являлись в истории мусульманских народов очень могущественной силой и даже основателями царств. Так идея любви к Богу в некоторых направлениях суфизма уступила место религиозному фанатизму. Говорят, что совершенно незаметные отклонения при пуске ракеты в конечном итоге уводят ее от намеченной орбиты на значительное расстояние. Так и в религии. Порой совершенно незаметное изменение религиозной доктрины порождает довольно уродливое явление в жизни духовной. Шамилю не только сохранили жизнь, но и предоставили дом в Калуге для проживания со всем семейством. Во дворе дома была построена небольшая мечеть. Кроме того, из казны выделялось 20 тысяч рублей годового содержания. Такое великодушие для Шамиля было непостижимым. Сердце имама было побеждено, и вскоре чувство беспредельной благодарности к своему высокому благодетелю сменило былое чувство ненависти и фанатизма. Через несколько лет Шамиль написал царю: «Ты, великий государь, победил меня и кавказские народы, мне подвластные оружием. Ты, великий государь, подарил мне жизнь. Ты, великий государь, покорил мое сердце благодеяниями. Мой священный долг, как облагодетельствованного дряхлого старика и покоренного твоей великой душою, внушить детям их обязанности перед Россией и ее законными царями. Я завещаю им питать вечную благодарность к тебе, государь, за все благодеяния, которыми ты постоянно меня осыпаешь. Я завещаю им быть верноподданными царям России и полезными слугами новому нашему Отечеству. Следуя его завету, чеченцы в дальнейшем верно служили русскому царю, в том числе и на военной службе». Историк-эмигрант Автарханов, чеченец по национальности, писал, что в покорении Кавказа Россия проявила свою специфическую натуру, свойственную только ей. Как завоеванные народы, так и добровольно присоединенные – Россия не считала колониальными, как это делали в таких случаях западные державы, но считала эти народы подданными русского царя. В демократические времена в конце 20 века тем же антирусским силам вновь удалось настроить против России горские племена, забывшим завет мудрого Шамиля. Как известно, история христианства на Кавказе насчитывает более 1500 лет. Первые семена христианства были занесены сюда еще в первом веке, благодаря апостольской деятельности святых апостолов Андрея Первозванного и Симона Канонита. В IV веке, после объявления христианства государственной религией в Римской империи, оно значительно усилилось и в черноморских греческих колониях. Помимо греков, в проповеди христианства на Кавказе значительную роль сыграли грузинские миссионеры в период расцвета грузинского царства, Пресвятой Царице Тамаре и генуэзские миссионеры. В XV веке над христианским населением Кавказа сгустились черные тучи. К тому времени турки овладели всеми колониями в Крыму и Причерноморье. Особое усердие на насаждение ислама проявили крымские ханы. Один из них, Шах Аббас Гирей, и по сей день ассоциируется в памяти народов Кавказа с разорением их родных аулов. Ислам насаждался среди горцев огнем и мечом. Но несмотря на суровые и жестокие репрессии, адыги и ясы оказали упорное сопротивление крымским ханам в их стремлении навязать ислам и истребить все следы христианства. Доминиканец Иоанн Лукский, посетивший Северный Кавказ в 1625 году, с удивлением обнаружил, что часть черкесов все еще продолжает исповедовать христианство по греческому православному обряду. Полному уничтожению христианства помешало лишь то, что с середины XVI века в туманном отдалении для христианских народов Кавказа появилась надежда в лице новой могущественной силы православного русского государства. Однако реализация этих надежд растянулась на несколько столетий и завершилась лишь в середине XIX века. После завершения войны в 1859 году по инициативе царского наместника князя Баритинского было создано Общество восстановления православия на Кавказе. Своей задачей общество поставило восстановление, умножение и содержание православных храмов, заведение школ для образования горских детей и учреждение духовных школ с классами горских языков. Действия этого общества были весьма успешны. К 1870 году на грузинские и осетинские языки были переведены практически все богослужебные книги. К тому времени общество насчитывало 40 народных школ и одну учительскую семинарию. Кроме православных храмов,
На Кавказе появилось два монастыря – в Пицунде и на Новом Афоне, близ Сухуми. Ввиду сильного противодействия мул, присланных из Турции в период русско-турецкой войны, российским правительством было создано самостоятельное духовное управление мусульман Северного Кавказа из наиболее авторитетных местных духовных лиц. При этом в ведомстве были созданы мусульманские духовные школы, на которые царское правительство выделяло значительное содержание. Таким образом, духовная школа стала тем инструментом, благодаря которому был заложен фундамент мирного существования народов Кавказа. Сегодня в нашем обществе постепенно пробуждается интерес к жизни духовной, восстанавливаются разрушенные и возводятся новые храмы и мечети. Но особенно отрадно, что преподавание основ духовной культуры постепенно возвращается в наши начальные и средние школы. Все это вселяет надежду, что современный человек в своем религиозном поиске сможет избежать крайних проявлений фанатизма, свойственных лишь для людей, поверхностно знающих свою веру.